Идти колотить треть. Капец. 20 сантиметров снега еще идет сзади. Он все засыпало. Представляете, слой на капоте. Больше 25, ну, 20 есть точно. Капец. Вон капот тоже. На тракторе. Такие, братцы, дела. Дорога вон в одну колею. В общем, весь Екатеринбург почти стоит. Снегом засыпает. Так. Походу, дорожники уже лопаты скинули у нас. Дорожки не чистятся. Все едут потихонечку. Потому что уже большинство поставили машины на летнюю резину. А у меня все сезонка, мне вообще пофигу. Он прет как танк. Могу на обочину идти, обгонять, но от меня брызгает и летит. Прям эти сугробы летят в бок и на обгоняемые машины, либо на встречку. Но я этого не делаю, как некоторые летят встречки. Борзые тоже есть. И все летит прям в лобовик. Так что еду потихонечку, как все, не выеживаюсь. Все нормальненько. Он тоже обгоняет, таскает его со стороны в сторону, но пищит, но лезет. И кидает на, ну, сюда вот, эту жидкую жижу. Нехорошо делает. Всем привет! Сегодня 9 мая, с Днем Победы всех! Снял колесико, тормоза поменял. Так, вот у меня сколько здесь колодочек. То есть по два суппорта. Что сзади, что спереди. Передние я тоже уже поменял. Но они так у меня еще хорошие. Эти еще даже не дошли. То есть два побольше сточились, два поменьше. Здесь также на втором колесе. Вот. Это эксплуатации 4 года. Ну, как на машине, тоже я взял для машины, надо тоже менять. Тоже упаковка. Это передний. Еще должны прийти задние. Еще третья такая же упаковка. Тормоза у меня с бусика. Задний вместе с ручником. Ручник тросиковый. Вот сзади стоят. И получается, мне еще комплект придет. Буду на машине менять. Как раз передние лежат там на машину. А эти буду еще поменять. Короче, на машине тоже. Поменяю. Из расчета брал бусик 2200, снаряженная масса. Два суппорта. Это будет 4400. Трактор 3600, по-моему. Ну и передний тоже от пятитоника. Запас прочности там тоже на тонну. И здесь получается тормоза у меня примерно к тонне подходит. И у меня еще тормоза стоят на прицепе. Это я тут вроде видел пакет, все, что от прицепа у меня тут осталось. Что-то я тут завязал лихо так. У меня тут еще провода есть. Кстати, так. Блин. Где они? Короче, рыться надо. В общем, у меня на каждом колесе тоже там стоят запасной подшипник на ступицу есть, на прицеп. Еще что-то. Ну, вот это надо тоже коробочку положить будет в прицеп. В общем, такие, братцы, на 9 мая идут работы у меня. Тормоза доделал, но хотел подтянуть вот эти гайки. Ломиком не могу взять.
обыскал свою мясорубку, кто знает. Вернее, кто брал у меня мясорубку, друзья, верните, пожалуйста, а то я все обыскался. Нет, не найду никак. Короче, верните мне мясорубку. Кто брал? Я уже кому-то давал и забыл, видимо. Так что, все ништяк. Я пру в нагляк. Ну, сегодня день другой. 10 мая. Поселок Кочнево, Белоярский район. Полеводы работают. Дожди прошли. Половина техники вот стоит. Кто на складах, еще работает техника. Вон, видите, народ шевелится. На меня тут думают, вот приехал, что-то снимает. Ну я, ребят, по делам, по делам. Сейчас у меня дела. Видите, добро пожаловать. Вот такой трактор нашел. Парень. Работает на тракторе. Не знаю, только свой или совхозный. Выходной сегодня у всех. Тут работа кипит. Так, коровы, о, трактора гоняют. Красавчик. А, вон их автобусный обед. Вон этот поехал, родственничек поехал. Ольгин. Забыл. Леха поехал на автобусе. Ну, видимо, сейчас на обед заберет этих, в столовую свозит. Время-то что? Без 15-12. Ну-ка, да, как раз у них. Кто-то не пристегнулся. Едет, балакает в телефон. Так. А тут у них вот поля. А вот по полям вон там я гонял на спортивном тракторе. Кто видел мой канал, у них здесь вся техника импортная. И чтобы не разбивать эти, у них каждый раз после дождя, вот если кто-то накосячил, вот так дорогу испортили, грейдер ходит, равняет дорогу, чтобы не разбивать прицепные агрегаты к трактору. И у них тут можно летать капец как по полю, с какой скоростью. Ну, то есть ралли проводить можно спокойно. Так, поселок Кочнево, заправка. Видите, у них какая? Интересно, она полная заправка или нет? Блин, кто-то звонит. Плотина есть, видишь, приготовились люди, не прорвало, слили вовремя воду, плотину свою сохранили. А эта плотина совхозная, ребят. О, видите, канализация работает. Тракторами вывозят. Вон Леха, по-моему, едет. Да? А, он же... Трактора тоже едут. Маша, батя поехал, да? Да. Батя поехал. Так. Туда-сюда носится, блин. У него этот стоит, наверное, навигатор. Он это, рейсы мочит. Видите, оказывается. Тут в деревне весело жить. Машины, фуры. Офигеть. Тоже такое было недавно. Таких маленьких еще не видел, да? О, добрались мы до родственника. У него здесь такой искусственный водоем. Выкопан здесь. Здесь карась, по-моему, еще что-то. Вот там вдалеке совхоз сделал еще одну новую плотину. Я как-то видео снимал, кто смотрит мой канал. Был тут. Там одна плотина, которую мы проехали, там воду качает на то поле, на те поля. А здесь плотина качает вон на те поля, ну, которые там. У них даже, блин, не знаю, орошение, если вы увидите, типа заборчика вон на поле. Видно, нет. В общем, это... Совхоз сам следит за обеим, за плотинами, то есть вовремя спустили там воду, вовремя спустили здесь воду. И видите, не
ничего не прорвало, все нормально. И здесь вода подошла, здесь можно протоку делать, и на ней из трубы идет сюда прямо. То есть вот такая фишечка. Может, вон деревья нарастили. То есть вот такое. А зимой это горка, и здесь заливать не надо, кататься на санках. Снег пошел. Нифига себе. Трюган и снег. Если видно, да? Летает. А вон даже видишь, сколько тракторов. Да. Угу. Что вот такая деревня. Вон продам, видишь. Вон опять. Леха же, да, едет? Он туда шел, сюда, он сколько моего раз уже? Что, посигналил? Очки одел и видит. Нет, он рукой-то показал. Ну, туда-сюда. Руль не отпустил. Так мы сколько, час сидели, чай пили, он все, наверное, сюда-туда рабочих возит. Столовую со столовой, на работу с работы. Вот такой поселок. Кочнева. А ферма вот там за домами, вон ферма. Да, вон гараж у них. Там и школа. Нет, вот это гараж, вот. Сейчас у ГМК вроде у них тут пришло. Продается еще один. Ну много домов, да. Ну вот от города 70 километров получается. Раньше у них наоборот все расстраивалось. Так у них, видишь же, поселок богатый, что они картофелем занимались. Ну. Занимаются. Так и сейчас. Вон эти, нет, вон у них, видишь, а эти. Да. Поля-то хорошие. Нет, студенты, общаги большие-то вон там были. Там, ну, бараки такие под студентов. Студентов много приезжало в помощь, помогали убирать урожай. А сейчас вот я не знаю, есть у них, нету. Интересно. Какой поселок Кочнева в Свердловской области? Вот видишь? Ой, убежал. Убежал. Вот видишь, остановились мы, а если мимо проезжает машина, ему пофигу. Вон он бежит. Ага. Работа прет. Трактора работают. Ну вот, еще ходят. Вон еще один ходит. А вон там, вот в зеркало, видите, два мужика убирают с дороги мусор. Через дорогу переехали вот эти трактора и выгребли там это. И вот они этот мусор убирают. Вон там в зеркале. Ну, а так-то они вон поперек почему-то ходят. Я бы немножко на косу, конечно. Ходил бы, чтобы это не так трясло. Он, видите, подпрыгивает трактор. И он тоже, ага, идет, подпрыгивает. Вот так бы рост